Друзья, не могу поговорить, не поговорить с вами, потому что вы мне как прям, не знаю, самые близкие люди. Сегодня вот день рождения, и я осознаю то, что я уже третий день рождения встречаю в Турции. Для меня это очень большой подарок жизни. Ну и, конечно же, то, что я мама троих прекрасных детей, это тоже большой, огромный подарок. И именно в день рождения вот эти вот чувства прямо с утра меня окутали, так приятно. Хочу сейчас приготовить свой любимый завтрак, который я недавно только на канал свой закидывала. Это такосы из морковки. И это мое желание первое на мой сегодняшний день рождения. Вообще мы сегодня, конечно, рано очень проснулись. У нас Азалия плакала, животик болит и немножко температура. Вот, и, возможно, даже сегодня мы перенесем какие-то там мероприятия запланированные, но завтрак, конечно, хочу как в ресторане, поэтому сейчас буду готовить. А посмотрите, что у меня на столе. Это мои подарочки от деток уже с утречка. Здесь тоже. Посмотрите, какой тортик мы на день рождения мне заказали. Без паники, ты не старенькая. Так, ну что, друзья, начинаем наш праздничный завтрак. Как и хотела, завтрак как в ресторане. Приготовила такосы. Азалия, к сожалению, болеет. У нее животик болит, температура, поэтому мы сегодня, наверное, никуда не поедем, да? Да. Зато вот Алмаз, старший сын тут, который не любит сниматься, и мой муж рядом, и тортик. Так что у нас вот такой вот день рождения. Самое лучшее. Мама, я твой муж? Нет, ты не мой муж, вот мой муж. Ты мой сын. И по традиции, конечно же, задувание свечки. Задувание свечки, правильно я говорю? Выражаюсь правильно, а то, мало ли, я же неграмотный человек. Это до конца надо, интересно, эту свечку засовывать? Ну, чуть-чуть засунь, чтобы стояла. Хрена себе, свечка какая. Так, ну, поджигаем. 3-4. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Юлия. Happy birthday to you. Все, давай. Задувай. Так, подожди, желание. Все, давай. Ура! Теперь мы готовим тортик. Торт, кстати, вкусный. Маленький, конечно, небольшой, но вкусный, да? За килограмм. Если от 1,5 килограмма, то 750 лир. А если килограмм покупаете, то 900 лир. Ну, мы взяли килограммчик. Он как бы такой, весит, тяжелый в весе. А так сам по себе он небольшой. Вот. Но вкусный. Он творожный, да? Как будто бы со вкусом грецкого ореха. Но грецкого ореха почему-то здесь, ну, то есть не ощущаешь на зубах. А вкус есть. Начался дождик, прям такой хороший дождик, поливает от души, так что Азалька нас даже спасла от вот этого вот. Здесь уже мокро, здесь уже даже ходить страшно, а то гром гремит, молнии сверкают. Смотри. Уходим, давай.
Азалька, идите дождик посмотрите. Иди. В общем, друзья, уже время 2 доходит. Мы немножко поспали. Да, в день рождения поспали. Как говорится, покушать хорошо, поспать – это самое главное. А вот мне на самом деле вот погода изменилась, и прям так хотелось спать перед вот этим всем. И голова немного побаливала. И вот сейчас все поспали, и даже у Азальки температура прошла. И только что привезли фильтры, которые мы заказывали по Трендиолу. Короче, возле двери оставили. Здесь посылки всегда в Турции возле двери оставляли. И, короче, вот такая вот вещь. И ощущение, да, что не зря, короче, прям вот это все. Вчера у нас вообще было такое, то, что я забронировала вот в итоге в одно место, и там отменили. Потом, куда мы хотели ехать на мероприятие, там не надо было бронировать, там просто надо ехать. Но мы уже такси заказали, ну, заранее, как бы, чтобы таксист был. Хотели поехать, но погода. Нет, не погода, но Азалька заболела. И вот все это, видать, не зря, еще и погода. Короче, всеми прямо, не знаю, всеми действиями сегодня прямо у меня как будто бы никто не пускает никуда идти. Вот единственное, как будто бы мне отправили именно на день рождения открытие какое-то здесь в Сарджалар в 18:00. Давайте покажу так. Вот смотрите, 21 сентября, 18:00, приглашение. А бутик сыров. Сегодня будет открытие. Типа пригласили. Как будто вот, короче, такой знак. Никуда не езжай, иди сюда. В общем, как будто все за меня решают. Вот, но... Конечно же, если дождь будет так лить, мы никуда не пойдем. Вот, а так вообще думаем. Тут, конечно, есть много вариантов. И ехать чисто в спа. Может быть, завтра поедем. И, друзья, у нас уже вечер. Муж принес розы мне, цветы. Сегодня была плохая погода, и, в общем, сейчас более-менее распогодилось. Муж пошел за цветами, принес вот такой вот букет цветов. Я говорю, а сколько здесь штук? А он говорит, а сколько тебе лет? Как будто я помню, сколько мне лет. Шучу. Наверное, 24. Хотя нет, это не четное. 25 пусть будет, да? Самое интересное, что когда цветы продают в Турции, они их духарят. И аромат просто вот великолепный. То есть аромат роз, еще и аромат духов. Вот. Ну а если честно, конечно, здесь я не считала, но здесь 37 цветов, потому что 37 роз. Потому что мне 37 лет. И сегодня, можно сказать, начинается такой месяц в году, единственный, когда у нас с мужем мы одногодки. Вот. Но по факту он меня на год старше, но у него 21 октября, у меня 21 сентября, и вот этот вот месяц, ему 37 и мне 37. Вот. Так что дайте своим любимым цветы, это очень приятно. Особенно, если это на день рождения. Ах, просто обалденно. И, друзья, настал у нас новый день. Поехали мы с двумя детьми, точнее, я одна с двумя детьми поехала в спа. Мы забронировали вчера вечером. Думали, что Азальке все нормально, но у нее опять сегодня с утра температура, и муж решил остаться с ней дома. Говорит, езжайте сами. Я, говорит, вообще не против. Езжайте, говорит, с двумя детьми. И сейчас вот мы едем. В общем, рассказываю. Есть группа в Телеграме, которая...
отель, он под голубым флагом, Лулу Ресорт называется, но он в другую сторону, там подольше ехать, 60 км, что ли, где-то. Вот, ну и, конечно же, поездка сама тоже недешево стоит, 60 км где-то на 2000 лир ходит. Здесь дешевле, туда-обратно 1000 лир получается. Ну, как трансфер, такси можно назвать. Вот мы сейчас едем. И это получается дневной тур в отель. Дневной тур. То есть мы сейчас вот едем к 11 и вернемся мы где-то в... Ну, уезжать мы оттуда где-то полпятого. 4 где-то. Вот. То есть там массаж, бассейн, сауна, хамам. Короче, вот такие вот процедуры всякие. И вот маленький ребенок получается бесплатно. Старший сын, ему уже то, что 15, я, мы как бы оплачиваем полный пакет. Почему решили ехать, да, я ей как бы звонила с утра уже, ну, под агентство. Я говорю, ребенок болеет, мы хотим отменить. Она говорит, отмена, говорит, вот день нельзя. Там вообще написано, что прям сразу, где вы туры заказываете, там сразу написано, что 120 часов, за 120 часов можно. Дальше уже типа отменить нельзя, и как бы не хочется все равно терять деньги. Вот, и да, за Руслана уже деньги не возвращаются. Азалия была бесплатна, но за Руслана мы тоже оплатили. Вот, очень жаль, но, может быть, можно будет на какую-то услугу обменять. Вот, поэтому как бы едем, и вот такой вот у меня в этом году день рождения. Ну, вчера мы, как полагается, дома исправили, семейный такой, семейные посиделки были, просто сидели, отдыхали, спали, как я вам все рассказывала, показывала. Вот, цветочки подарил муж, очень приятно было, конечно. На вечер посмотрели фильм, кстати, очень мне понравился фильм, в этом году вышел, «Каскадеры» называется. Очень понравится, очень советую. Там актер очень хороший, Райан Гослинг снимается. Вот, но сейчас не об этом, едем в отель, друзья. Покажу вам, кстати, если нужна территория отеля, если вы хотите там на море поплавать, если вы хотите шезлонгами воспользоваться, там тоже есть аквагорки такие. Мы сначала вообще Лулу Ресорт планировали на аквагорки, мы тоже оплатили. Мы оплатили по 1500 на человека, там дороже, но там было питание. Давайте буду лучше показывать улицу и ехать. В общем, мы оплатили питание. То есть в оплату входило питание. Там, получается, в снэк-баре пицца, все вот это вот. И нам вернули деньги из-за погодных условий. Типа то, что люди... Вчера был дождь очень сильный. Люди... Мало людей забронировало вот это мероприятие. И поэтому как бы все отменилось. И вернули мне уже в пятницу, по сути, деньги. Вот. В таких условиях деньги возвращаются, если форс-мажорные условия, то есть если сам отель отменяет, он деньги возвращает. Там тоже как бы однодневный такой тур. В этот отель, кстати, в Лулу Ресорт, мы тоже как бы планировали вообще полностью поехать. Хотели как бы с ночевой, но как оказалось, то, что он пока не принимает гостей, там живут, знаете, кто? Туда заселяют работников Акую даже некоторых. Я не знаю, как, кого именно, но, в общем, я такое слышала, и что, типа, отель не принимает гостей. Кстати, мы сейчас вот приезжаем в Атакент. Это Сусаноглу пляж. Вот. И поэтому, короче, отменилось. Хотя там вот ресорт, голубой флаг. В общем, нам там отменили, и мы сейчас едем в Алтын Орфос отель. Тоже однодневный тур. Ну, а если вы хотите прямо заселиться в этот Алтын Орфос, я тоже уточняла, хотела на пару суток заселиться. Ну, я там офигела. Там, короче, за двое суток нам на пятерых назвали такую цену. Что-то около 30 тысяч лир. Представляете? За двое суток. Я думаю, нахер мне это надо, я лучше вот, я рядом живу. Я могу приехать домой, лечь спать, чем там переночевать и заплатить такую бешеную оплату. Вот, в принципе, лучше за такси оплатить 1000 лир лишних, да, чем тридцатку отдавать. 30 000 лир за двое суток на 5 человек. Хорошо, что мы не забронировали, хорошо, что мы не пошли на такой шаг. Или вообще вон на катере прогулка на 7 часов с питанием на 10 человек. Вот тоже тур такой есть, 17 000 лир. Тоже как бы, да, классно. Но не 30 000 лир за двое суток в отеле. В каком-то еще четверка. Сейчас мы посмотрим этот отель. Единственное, вот как я говорю, чтобы на пляж выходить, прогуливаться, еще нужно доплатить за человека, дети бесплатно, за человека 600 лир. А вот, ну, если мы
мы захотим на пляж, если мы захотим шезлонги, мы доплатим за старшего сына, за меня, 1200, а по 600 лир. Ну и как бы, ой, смотрите, какое море. Если мы спустимся на пляж, заодно и вам покажем, как. Ну это если мы захотим. А так, вот он, в принципе, где-то здесь уже находится, вот здесь, вот видите, там, знаете, не видно, наверное, вам еще. Там такая бухточка красивая, то есть отдельный пляж, по сути. Вот здесь вот, вот видите, как красиво. Вот этот отель, вот мы уже подъезжаем, Балтинорфос. Вот это вот место, в принципе, здесь очень красиво, смотрите. Мы сюда вообще приедем еще. Да, вон он, Балтинорфос. А мы когда сюда приедем? За Атакентом, получается. Мы еще приедем сюда обязательно на дневной тур, на выходной. Вот. А сегодня мы хотим именно спа. Смотрите, какие вот отдельные тут получаются домики такие. Да, прикольно, как бы отдельно от дороги, потому что Д400 наверху осталось. А здесь вот Балтинорфос. Подъезжаем. Так, ну что, друзья, начну обзор я с раздевалки. Дали вот как бы шкафчик нам под ключ. Дали ключик. Здесь получается вот такая вот душевая отдельная. Здесь я разделась уже. Дали вот такое вот полотенце бесплатно, ну, для сауны. Мы взяли здесь свои вещи, то, что нам нужно, всякие, ну, допустим, на ручке алмазу, чтобы он плавал в бассейне. Нам, в принципе, здесь все показали, здесь грязное полотенце выкидываешь. Вот, сейчас выйду, расскажу дальше. В общем, обзор этого отеля и спа-тура я вам сейчас расскажу. Кстати, да, полотенце вот так вот обернулось. Сказали, что массаж делают исключительно женщины. Работают здесь только массаж. И вот сыну старшему сделают массаж за счет мужа, то, что он не поехал, сказали. А ему тоже женщина будет делать, и мне тоже. Тут получается женский туалет. Здесь вот сауна, то есть переодевалка. Сауна вот здесь вот. Сауна Одаса. А нет, это Саунма Одаса. То есть это переодевалка и душевая. Здесь есть вот тренажер. То есть тренажерный зал входит. Здесь вот туалет, получается, мужской. Здесь вот там вот ресепшн. Нас встретили здесь. Сидит женщина, она все объясняет, рассказывает. Вот. Здесь вот, видать, кто в отель приехал отдыхать. Занимаются. Здесь вот есть вот получается парная, вот такая вот парная. Водички дают, чай принесут, сказали. Такая вот парная. Ну, в общем, здесь тепло, можно сидеть, отдыхать. Бухар Одаса написано. Здесь вот VIP-сауна, отдельная маленькая сауна. И там вот сидят у меня уже детки. Здесь вот в сауне Алмаз привет передает. Дальше сейчас покажу быстренько. Здесь получается хамам. Почему-то стоит стульчик, непонятно почему. Но я так понимаю, сюда можно заходить. Сейчас спрошу. Мы как бы оплатили, у нас пенные вот эти вот всякие процедуры, массажи у меня 1600. И у старшего, получается, также выходит час массажа, плюс спа всякие эти. Массажи делают здесь. Спа-процедуры, короче. Что я сейчас спрошу? Сейчас спрошу, есть ли бассейн, кстати. Вышли мы в бассейн. Смотрите, здесь есть джакузи. Алмаз, сверху иди. Вот так вот, смотри. Вот так вот иди. И вот здесь вот водичка теплее. Там в бассейне холодная. Здесь есть вот такой вот джакузи, его можно включать. Иди покажу, Алмаз, где. Вот здесь кнопочки есть, нажми. Нажми на кнопочку. Нет, видишь? Вот. 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 И сейчас будет бурлить. Бурлить будет. Бурлить? Да, только единственное, что-то не включается как будто. Все, иди. Вот. Если хочешь, заходи. А там еще холоднее. Вот там вот Рузаля выплавает.
Там холоднее. Там еще наверху есть. В общем, сказали, что в сезон здесь подогревается. Попробуй нажми. Что сказали? В общем, сезон, сказали, подогревается тут с ноября месяца. Ну, пока что вот как бы под солнцем. Тут крытый бассейн. В принципе, водичка такая же, как у нас в Сите. Так что можно, в принципе, искупаться. И, наверное, мы это сейчас сделаем. Ну что, главное, что нравится деткам. Вот, смотрите, какой вот джакузи. Я не могу сказать, что холодный, но и не совсем теплый. Ну классно, короче. Только людей совсем нету. Ты выключил? А где? Короче, классно, круто. Атмосфера прикольная и чисто, кстати, все. Короче, Алмаз говорит, холодно, пошли мы в сауну. Такая вот здесь сауна. Кстати, какой-то аромат есть в сауне. Да? Немножко какой-то аромат есть. Алмазик здесь сидит. Здесь вид такой вот на бассейн. Алмаз, подожди. Бассейн нельзя прямо сейчас. Можно... ну, в принципе, сауна у нас уже есть дома в Сите. Так что мы не настолько прямо удивлены. Но здесь классно, то что она очень большая такая. И аромат такой вот, знаете... Алмаз, ну там же жарче, наоборот. Взял, сел туда, где печка. В общем, какой-то аромат идет, я не знаю. Какой-то прям приятный аромат, непонятный. Какой-то аромат чая, как будто бы. Сколько градусов? Что-то правда, что ли? Смотри, 8-10. 90 градусов написано. Это правда? Или это 30? Нет, похоже, не работает градусник. Сейчас пойдем в хамам. Сейчас. В общем, вот такой вот... обзорчик для вас, кто хочет спа-процедуры получить. И, друзья, смотрите, здесь какой вид. В общем, нас привели вот сюда, вот сказали, что здесь можно до 5 находиться. Место, где можно перекусить. То есть вот здесь вот можно поесть бургер, пиццу. Здесь лежаки, и здесь можно купаться. Но Алмазика будем купать, если только вот с этими штуками. Но там есть еще пляж, где такой заход очень такой песчаный. Там есть аквапарк, там есть горки, там есть этот, как он, бассейн. Так что можно там еще с детьми побыть. Это мы в обед пойдем, когда у меня старший сын пойдет на массаж. Здесь вот тоже можно зайти, в принципе, в воду. В общем, искупались. Водичка обалденная. Цвет просто шикарный. Нету мусора никакого. И вообще мы вот над отелем немножко в шоке. Это не такие отели, к которым мы привыкли, где шумно, где народ. Здесь, короче, очень красиво. И даже вот у меня старший сын говорит, а почему, мам, четверка? Так, говорит, красиво, так всего, говорит, много. Вот там вот аквапарк. Горками мы сейчас скоро туда пойдем. Там есть пляж вот с заходом, и там еще такие красивые лестницы, где можно сфотографироваться. Короче, очень красиво, вот реально очень красиво, очень классно, сюда стоит ездить. И Алмаз, и я сейчас вот прыгали все вместе, но он немножко уже сопливает, сколько дней. Я думаю, сейчас сауна, вот это все как раз очень даже для него будет хорошо. И все-таки вот аквапарк, вот это вот классно. То, что для детей есть, там еще и батуты, где попрыгать есть. Мы решили перекусить, и по поводу еды я вам сейчас расскажу. Вот здесь вот можно покушать бургер и пиццу, а там ближе к ресторану, там, в общем... много всякой там вот, ну, обычной еды, к которой мы привыкли, первое, второе. Вот, в общем, меню вот такое, вот, смотрите, здесь вот. Можете ставить на стоп-кадр, смотреть, сколько стоит. О, смотрите, 2250, это что, интересно? А, это ичеджи клер, смотри. Это, получается, напитки. Так, смотрите, по ценам. Я вот повторяю всегда, ставьте на стоп-кадр, то есть останавливайтесь, видеоролик, и
можно прям спокойно посмотреть. Жаль, конечно, что нам именно в день рождения сюда не удалось приехать, но мне здесь прям нравится. Мы сюда будем ездить, наверное, по возможности, конечно же. Так, вот Кахвалты, это завтраки 500 лир, значит. Здесь что только не входит. Омлеты есть. Смотрите, Кахвалты. Детские всякие. Анаемек написано. Салаты здесь есть, пиццы есть. Макароны есть, соки есть с акма, сладкое. В общем, много чего есть. Вот, сэндвичи есть. Так что сейчас что-нибудь закажем, мы перекусим. Время 12, потому что уже... Так, я пошла за картой, потому что забыла карту. В общем, смотрите, какая система. Берете, когда заселяетесь, если вы будете кушать здесь, ну, если вот у вас дневной тур, и вы хотите покушать, вы берете карту. Обратите внимание, какие красивые кабинки. В общем, берете карту и ложите туда деньги. Можно вот в снэк-баре покушать, да, посмотрели цены какие. Мы сейчас вот заказали пасту с курицей, заказали тост с курицей и пиццу заказали на троих. Получается, что это что-то около 1000 выходит. Вот, кстати, это место, где можно сфотографироваться. Здесь вот пляж пологий, то есть здесь с детьми можно. Там тоже вот есть зона отдельная. Вот, в общем, короче... Здесь вот пул-бар есть, где можно выпить. Здесь вот сейчас увидите, мы приближаемся к территории бассейна. Вот, если вы хотите в ресторане все-таки покушать, то там на человека 800 лир. То есть это вот то, что мы привыкли. Приходишь, и там тебе и первое, и второе накладывают, и чай, и попить что-то. Вот, и это вот на, получается, одного человека на один раз 800 лир. Но мы решили, что мы как бы будем кушать в, как сказать, в этом... возле моря, поэтому как бы мы взяли такую карту, да, то есть туда сколько угодно ложите, потом вам, если вы не полностью ее не потратили, вам обратно эти деньги отдают, то есть к вечеру вы можете подойти и деньги отдадут обратно. Смотрите, здесь есть вот детское такое, есть аквапарк большой, сейчас узнаю, ну не аквапарк, а вот эти горки, во сколько они открываются. Сейчас все узнаем. Это вот зона ресторана, то есть где можно покушать. Здесь, наверное, только еще открывается ближе к часу. Сегодня, кстати, погодка классная. Ой, вообще супер, сейчас мне очень нравится. Смотрите, вот такая вот зона детская есть. Вообще здесь, конечно, классно. А это, получается, вот такие вот домики отдельно вообще находятся, проживание. И вот такой вот еще есть. Такие номера в отеле. Ну, вообще красиво очень, мне нравится. Здесь вот батут, он работает, сказал. Ну, я не знаю, почему-то здесь... Может быть, куда-то нажимать? Бывает такое, то, что ты на кнопку нажимаешь, вода идет и... начинает работать. Сейчас спрошу. Я пошла за картой. Вот так вот выглядит ресепшн. Я вам не показывала. Вот такая вот красота здесь у нас. Там тоже вот есть игровая зона для детей. Но вообще отель, если честно, очень такой необычный. Есть ресепшн. Очень-очень красиво. Здесь вот спа-зона. Ну, обычно отсюда как бы мы и вышли изначально.
Короче, после пилинга ног решили мы пойти на обед. Смотрите, что написано здесь. Кому интересно, можете ставить на стоп, прочитать, что написано. Ну, конечно, очень-очень мелко написано, но все же что-то тут пишут, короче. А, типа эти, смотри, птицы, черепахи, что-то. А ну, видать, нельзя рыбки. О. Нельзя натуральные. Нет, вот здесь нельзя кидать что-то, мусор, типа, наверное, в море. А здесь... Да, зарарград вереджек. Типа нельзя ничего кидать в море, типа будет опасно для рыбок. Так что все правильно. Ну все, пошлите кушать. Очень мне здесь нравится, очень. Я спросила, еще раз подошла на ресепшн, сколько будет стоить вот на 5 человек. Мне реально сказали, что на 5 будет около 17 тысяч лир за один день. Это если с едой. Если без еды, только завтрак и ужин, будет что-то в районе 13 тысяч лир. Но это на 5. Вот. То есть дорогой отель, реально. Здесь и народу немного, и все такие тихие. Это мы, то есть сюда пришли какие-то дикие, как будто бы орём что-то. Короче, вот здесь, наверное, присядем, покушаем. А, мы пришли, но все еще, похоже, ничего нету. Посмотрим. Где еда? Где еда? Говорит, сейчас будет. Мы заказали, сказали через 15 минут подойти. Короче, вот такая вот пицца. Сэндвич с курицей. Картошка фри, алмазна. Кетчуп. Кетчуп? Майонез. Открыть тебе? Открыть кетчуп, а не майонез. В общем, и сейчас еще пасту должны для старшего сына принести. Короче, у моря кушаем. О, принесли чай. Всем попросили чай. Ты шикуляр. Тебе. Короче, и сидим, кушаем вот так вот у моря. Прям очень нравится. Еда вкусная. И уже планируем, как мы сюда еще раз придем. Что именно мы сюда возьмем. Скорее всего, возьмем посещение спа. И дневной вот этот вот. Полностью отель. В идеале бы приехать сюда вообще, как бы, да, с заселением. Еда вкусная, реально. Если это 4, то турецкая, вот, для турков 5, это вообще, наверное, будет чуарёж, да? Мы же были в 5. Мы были в 5, это было, ну, направлено на русский контингент. Здесь немножко по-другому чувствуется, да? Чутка по-другому. Как будто, ну, виды красивые. Как-то они вот удобно все сделаны. Есть место, здесь где турки. Мы прыгаем. Здесь одни турки, да. Ну, нет, видела я, вот, вроде казахи были. В общем, здесь мы прыгали. Вода классная. Дальше можно так вот, как вы видели. Там, где рыбки вам делают пилинг, там можно. Потом здесь вот еще рядышком есть столы, есть где посидеть, есть отдельные гамаки. Как-то все удобно и классно сделано, короче. Вот. А что, пожалуйста, почему ты спасибо не сказал? Где мои фетучини? Паста. Пардон? Фетучини? Принесли пасту в фетучини. Интересно, так очень красиво. Тахача йола билерме? Икитана. В общем, вот такой вот кушать они видно. И пиццу уже доедаем. Алмаз прям свой тост съел спокойно. Тут еще картошка есть. Твое мнение. Я тебя не снимаю, но нет, руки видны. Вкусно? Давай. Короче, включили горки. Да, я уже включила. А вот. Включают горки с 10 до 12, потом с 14.00 до 16.00. Сейчас уже у меня старший сын на массаже, а мы здесь отдыхаем. И сейчас он выйдет, я зайду. Ау, я тебя снимаю! В общем,
Здесь есть вот такая вот круговая горка, а еще есть такая прямая. Опа! Вот и алмаз! Сняла! Да, давай еще раз. Смотрите, еще есть вот такая вот совсем детская горка. И есть большой бассейн. Короче, круто здесь очень. Давай, снимаю. Алмаз, тебе здесь нравится? Хорошо. Хорошо. Погода, на счастье, хорошая. Вообще классно. Я сняла. Так, ну что, оставила деток своих там, пойду я сейчас на массаж. Давно мечтала о массаже. По поводу массажа, что хочу сказать, пакет вот, массаж, все вот это вот стоит 1600 лир. Да, вроде уже даже говорила. В общем, все, отправляюсь на массаж. На полтора часа, час массаж и полчаса вроде пилинг. Сейчас будут мне тут пилинг делать. В общем, друзья, сделали мне пилинг. И этот пилинг вообще не похож на другие отели, где я раньше была. И здесь только чисто девушки все это делают, во-первых. Во-вторых, очень долго, при этом еще делают как будто бы массаж. Даже волосы мне помыли. Лицо говорит, будем мыть. Я говорю, нет, не трогайте. Хотя и на лицо бы, наверное, сделали массаж. Потому что и на голову, когда делали. В общем, сначала все вот этой перчаткой пилингом делают. Потом сверху пенная вот эта вот штука. Массаж. Все это смывают. Короче, это минут, наверное, 40 у меня сейчас длилось. Еще у меня час массажа впереди. Я скажу, что разница очень сильно большая с тем, что я делала ранее. Вот сколько раз мы ходили в хамам. Чик-пырк, быстро-быстро. И давай следующего. Вот честно, там прям как конвейер. Здесь очень сильно заботливо смотрят. Однозначно прям рекомендую. Прям я такого реально нигде не видела. Не на этот пофиг, а именно вот прям от души. Прям, я думаю, наверное, это моя самая любимая, то, что я. И такие прям... Еще здесь работают болейки. Они прям оттуда, получается, сюда приезжают на работу. У них такие нежные руки. Но нет, они еще как бы жесткие массажи. При этом, когда делать, надавливают, так прям. Все, короче, профессионально, реально. Вот там прям написано на прайсе все это. Короче, классно. Я вам ставлю сейчас вот этот прайс, если получится. Там все написано. Там вот есть терапевтический массаж, есть разный. Классический, в общем, у нас пакет за 1600 мне, сыну старшему, вот. Плюс сколько всего покушали, но я 1000 лир закинула. В общем, классно, мне очень нравится. Ку-ку! Это парная, кстати. Чё, тебе нравится? Сейчас я вам шампунь дам. И массажная комната. Мне сейчас будут здесь делать массаж. В общем, ночью. День рождения все-таки. Ночью мы уезжаем. Время 5 вечера. Было очень-очень классно. Мне очень сильно понравилось. Мы еще сюда точно вернемся. Алмазу даже не хватило.